В селе Турайгырбай Наульского района в праздничные дни был организован ряд мероприятий. Одно из них – конные скачки. Смотрим далее. Наездники состязались в тайбайге, аламанбайге и скачках на короткую дистанцию. В этих соревнованиях важна как выносливость лошадей, так и мастерство жокеев. Мы организуем соревнования, чтобы развивать национальный спорт. Байге, аудар, спак постепенно продвигаем, развиваем эти виды спорта. Как говорят казахи, там, где есть лошади, есть место и байге. Соревнование по аламан-байге, которое проходило в селе Турайгыр, прошло в напряженной и интересной борьбе. Первым до финиша добрался конь по кличке Карахан. С Караханом я поладил, но сначала было волнение, а потом все исчезло. На самом деле, я готовился всего один день. На соревнованиях все призеры получили ценные подарки. Прошедшие скачки показали, что в нашем регионе стали уделять особое внимание национальному спорту. Мурат Белмажит, Камбат Садык, Алексей Мехедов и это сахпарат из Байнаульского района.